И в продолжение темы. Бригады строителей, трудоустроенные городской службой единого заказчика по направлению Харцизского центра занятости сегодня выполняют ремонт в двух жилых домах по государственной программе восстановления. Улица Свободы, 79, и микрорайон Металлургов, 46. Обе эти пятиэтажки получили разрушение в 2014 году после украинских августовских обстрелов. Начальник отдела капитального строительства администрации Харцизска сообщил, что работы на двух этих объектах близятся к завершению. На сегодня подрядчик работает на двух объектах. Металлургов, 46, заканчивает. Покраска осталась, работает, и Свободы, 79, закончил наружные работы по фасаду, заделка шло, штукатурка. Осталось три балкона и три внутренних квартиры.